Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля, и я продолжаю выкладывать партию в Humankind. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А спонсоры канала все серии видят сразу в вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра, и прошу, пожалуйста, не забывайте делать клипы к этому прохождению, чтобы я потом такое мини-видео составил. Стариков, женщин и детей. У кхмеров прикольная... Этот слоган «На одной горе двум тиграм не ужиться». Ну, не так себе, но персонаж прикольный. Цапируск. Да. Кстати, вот можно еще заселить. Вообще, я бы надо бы юниты какие-то построить, чтобы они... К сожалению, да. К сожалению? Да. Аксун, предложение. Давайте... Так... 6 ходов, 6. Давайте вот этого парня Примешь. Сделаем. Заодно. Из что? Утики. Так, слушайте, а что за утика, блин? У нас Пружаны, Радашковичи. Вау. Новый союз. Давайте... У нас тут красивая эти Кобрин. Ну, Кобрин, кстати, большой довольно город. Это не такие мелкие, как Пружаны и Радашковичи. Не знаю, может, какой-нибудь Иви, может, какой. Ладно, Кобрин. Пускай Кобрин будет. Так, а вот этот Нок. Эти... А Кельты тоже воюют? Не, Гудагай давайте. Нет. Нет. Так. Ну что там, заканчивайте ход. Сейчас. Демоникс. А, ну, да, сейчас. Вроде ж ходили Нет. уже. По договорам. О, Часон. Ошибись. Примешь? Денежная прибыль от ведущейся торгу надо будет строить. Открыть технологию мощи. Я даже первым это сделал. Вау. Так, можно присвоить новое чудо. Вот это я хочу. Так, Мачу-Пикчу. Все ваши города получают пищу в объеме равном 50%. Вот это круто, по-моему. Давайте. Вот это кайф. Откуда я вот эту науку постоянно получаю? Я не понимаю. Просто ни с хрена наука валит. Самое забавное, что мне ни одного социального института не прилетело. Мне тоже. А мне прилетело. Мне так, прилетело, да. Что с Часоном? У нас 23 науки есть. Вот сюда, например. Не, ну мне в принципе пофигу, даже если прилетит, у меня его не будет еще минимум ходов 20. Хм, тут. Ну, слушайте, типа ради... А чтобы вернуть более-менее экономику в русло... Я бы лучше сюда поставил, чтобы соседство... А, там Барай стоит. Ну ладно, давайте тут поставим. И потом Мачу-Пикчу. Так. Радошки. Так. 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 И... сюда давайте. Хотя не, боже... Не, вот туда надо, где... Убираем, где лес. Чтоб добавило производство. И... Мачу-Пикчу. В Кобрине...
Ой, я Мачу Пикчу зачем-то сразу поставил. Англичанин, предложение. 23. 18. Сюда рядом с горой. И рядом с лесом. Так, тут у нас есть что строить. После того, как все это построим, тогда уже часон. Отлично. Так, кораблики. Тут частично можно будет теперь плыть. Сейчас попробуем, может, доплывем до чего. А этого давайте сюда переведем. И этого я хотел сюда отправить. I would not put myself in this position if I feared the consequences. Дед, предложение. This from you. Why are you here? Ну просто чтобы мне быстрее было там пробежать. Let's get to know each other. Maybe? No? Что это за? I would call that decision. Какой-то этот. Уже вымогателем стал. У тебя там значок вымогатель? Пока нет. Пока нет. Только предатель. Я никого не предавал. Что сказать? Да нет предателей в этой игре. Какие предатели? Так, 3000. Я думаю, что можно по одному райончику в каждом городе за денежку построить. Так, что мы тут открываем вообще? Это я в рыцарство иду. Потом давайте, наверное, феодализм. Если я решил догрызть, да? Ну, а смысл тут страдать? Тяжелую пехоту давайте. Я бы сейчас не ломил с наукой пока. То есть то, что я сейчас делал уже, то есть в алхимию пока не торопиться. Это не серьезно, не надо так. Ког рыцарство. Так, сделаем. Там битвы есть, надо будет кнопочки понажимать. Вступление мрамора прекратилось. Так, а что это тут у меня? Это на автомате бегают. А вы в мире заключили сразу войну? Ну и тут очень странные механики с этой войной. Да. Мне кажется, их переделывать. Что, прям сразу можно войну объявлять? Нет, я просто выдвинул пару претензий, и он отказался, и объявил войну. Блин, а откуда у меня эти скауты? Где-то бегала куча скаутов, смотрите. А если бы у меня было 20 счетов, а там, по-моему, 20 требуется, то я мог бы объявить войну вот прям сходу вообще. Странно. В тот же ход. Надо хотя бы там хода, ну, 4 давать. 4 хода ни о чем сейчас. Ты даже банально за 4 хода толком подготовиться не успеешь после, допустим, первого поражения. То есть у меня в любом из городов, например, вот того, что даже один отряд какой-то создать, надо не меньше 3 ходов. Блин, у меня каждый ход какие-то сейчас 1000 науки сверху. Это тоже неправильно, мне кажется. Хоть бы писали откуда. Ну, это бред. То есть вообще не это самое... Никаких особенностей нет. Окей, хорошо. Допустим, там стать вассалом при просто войне, да, начальной невозможно предложить, да, обороняющемуся. Окей. Но захвачено там 60% территории. Почему я не могу сделать такое предложение? Почему мне для того, чтобы это предложение выдвинуть ему, надо, чтобы у врага было набито там 200-250 единиц... как эти единицы называются? Поддержка.
Да, единица поддержки. Это тупо. Ну да, хотелось бы... По идее, ты можешь предложить стать вассалом. Должна быть возможность предлагать, чтобы ты был вассалом вообще проще, чуть ли не сразу. По идее. Нет, смотри. То есть, по идее, вассал-то он не теряет некую самостоятельность. Да, он не может там какие-то определенные договора заключать и так далее. То есть, нет, он вообще ничего не может делать, кроме как не через своего сюзерена. Просто ну, он со всеми другими вообще просто ничего не может делать. Франки, а ты можешь мне предложить? Нет, не могу, у меня нет к тебе претензий, поэтому я не могу предложить мир. Ладно, если так. Так вот, окей, там вначале ты там не можешь, да? Ну, если у тебя там территории достаточно, там, чего-то еще достаточно. Но после того, как там, у тебя 60% территории захватывают, то есть, если ты предлагаешь, я считаю, что надо как-то делать так, чтобы если ты предлагаешь, то окей, он может, даже если у него не хватает очков, принять это, ну, это смотри, предложение. Ну, конечно, минус сейчас дикий выйду, но что же делать? Так, мне надо священные места еще, очевидно, где-то поставить. Согласен, надо тут доработать эти механики. О, в радошках. Видите, у нас уже минус пошел по... Ну, сначала Мачу-Пикчу построим. Ирригация, ремесленный квартал, водяная мельница. Блин, а как, вот. Кто-нибудь помнит, как называется технология на поглощение городов? Без понятия, если честно. Ты имеешь в виду объединение в этот самый? Ну да, чтобы можно было города объединять в один. Так она, по-моему, не открывается, она, по-моему, есть изначально, не? Не-не, вот, нельзя. Военные постройки. В средневековье внизу. Mm-hmm. Да, спасибо. Кстати, я теперь могу... 3025 денег. Но у меня только одна радость от Второй войны. У меня теперь три города. Ну, в принципе, мне это можно будет. Но я, с другой стороны, не думаю, нафига мне. Хотя, почему нет? Почему и нет? Почему не поглотить? У нас с коричневым очень шаткое положение, потому что по факту мы граница сейчас между черным и темно-розовым, фиолетовым. Пусть будет. И поэтому, если англичанин захочет побывать с Франком, а он, в принципе, может такое захотеть, то ему придется проходить через нас. Но через меня он уже прошел, не переживай. Блин, самое тупое положение у меня. То есть, какой-то... Был бы цилиндр, я бы тут... Какой-то херней сижу. Мне кажется, у тебя вполне неплохое положение, потому что соседей мало. Нет, мы можем заключить союз. Ты можешь бежать через нашу территорию, спокойно лечиться, копаться. Так, какие тут... Какой-то социальный институт новый появился. Промышленное производство. Плюс ячейка земледельцев при условии земледельческих квартал, плюс ячейка торговцев. Не, давайте, кстати, земледельцев.
National control of vital products and resources. То есть у меня просто could provide more freedom and autonomy. Плюс тут должно быть сейчас ячеек дофига появиться, да. Люди можно и за стенами прятаться соседнего союзника. Соседнего союзника? Своего союзника. Не знаю. Который соседний. Ну да. Если я буду соседом, да я буду соседним. Вот написано вот. Армии могут входить в стены городов противоположной стороны без штрафа. В том числе и военные округа. При союзе. Союз, империя. Стабильность на территории придерживается чужой религии. Это, давайте пожертвования примем. Сейчас хочу посмотреть, это как-то сильно повлияет. 964. Принимаем. 989. Это реально просто плюс 25 за союз. Давайте я союз с Альмеком еще тогда. Думаю, это поможет развиться. Так, тут я уже принял. Гок следующий будет. Давайте мы вернемся. Апнуть кораблики. Чтобы нормально реально плыть. We accept, and we should celebrate the agreement. This is unexpected. Excellent. Где-то там в ответ предложи. Так я принял. Ну так в ответ еще что-нибудь предложи. My people will profit from this proposal. We accept. Иначе мне это стоит культуру. Да? Да. Это вы за один раз можете только что-то одно предлагать, остальное же будет культуру стоить. Там переходовая задержка. Это нормально, что я могу, ну, точнее, не могу, а уже сделал за одну обилку вот это вот переманить жителей. 10 жителей просто переманил у соседей. Да, вот такая крутая штука. Сильно. Fantastic. Like a... Так. Я сейчас хочу просто кучу чудес заклеймить. Их кучу построить, в общем-то. Так, что тут у нас по... По развитию. Вроде все путем. Ну, давайте мастерскую закончим. Блин, да откуда у меня эта наука валит? You have unlocked seafaring. Ah, to safely travel the dangerous, hungry oceans. You can call. Я явно впереди всех по науке, у меня такое ощущение, раз я постоянно получаю очки. Так, этот, по-моему, вообще не теряется в море. Может просто плавать как хочет. В целом сильнее. Да блин.
Могу обратно высадиться? Могу. Ну, хотя... Я уж хотел на Каоаче руку наложить. Ну, я видел. Это мы там кидываем в грязи потихоньку. У меня, по идее, сильнее должны быть морские, да. Юниты на воде должны быть сильнее, потому что я пооткрывал техи. Потихонечку. Там по десятке вход капало. Он старался. Я испугался. Ну, минус конь точно будет, а остальные вроде... Продолжится следующим ходом. Ладно. Так, есть чудо. Следующее можно будет за 250 себе оставить. Ну, у меня за деньги присоединяются аванпосты, так что за 250 вполне норм. Что Мачу-Пикчу должен так столько еды мне добавить. Плюс я еще взял эту цивик на жителей. Все ваши города получают пищу во время равном 50% от пищи, производимым городом с Мачу-Пикчу. Блин, а может я зря в этом городе? Сколько тут у нас пищи производится? 300, так тут 420, да? Какая разница, я уже тут строю, конечно. Я хочу проверить, что я правильно выбрал. Да, вот здесь, например, больше пищи. Надо было в радошках строить, фак. Не дочитал описание. Ладно. Я впою. А, ну да. Я побился. Уже. Рыцарство открыли. Мачу-Пикчу построили. Ideally ensure a fair and honorable society. Блин, еще ты. Так, надо науку какую-то выбрать. Наверное, давайте гильдии в этот раз. Я бы вообще в меценатство шел. Как-то так. Потом алхимию уже брал. Так, гильдии еще дешевле. Денег, да, можно ходу, да? Леса сажать. Ага. Товарную биржу строить можно. Так. Какой-то цивик. Борьба за суверенитет. Лимит городов, стабильность в столице. Ну, у нас, в принципе, везде соточка. Вот там в радошках немного сни... А почему именно в радошках у нас? Из-за чего здесь? Соединенные территории. О, есть территория все-таки, нашел. Можно заселять. Блин, вернулся. Что-то меня тут убьют. Не выиграю я этот бой. Фак. Блин, и видите, он так встал, что я не могу. Черт. Просто минус на ровном месте 3 юнита, да?
Так, святилище следующим ходом. Можно, кстати, еще леса сажать. Может, пока рано. Может, на это вот все пока на деньги еще все построить. Давайте так. Так, ну тут вот заселять реально можно будет. Уже. Так, ну тут, наверное, этого убью, а вот этот меня убьет. И в итоге минус. Эх, фак. О, еще могу один поставить, кстати. Наверное, стоит ставить тоже в радошках, потому что эти до 93 пока. Давайте еще один поставим. Сюда. Да ладно, все равно наносит урон. Вы прикалываетесь. Господи, да когда можно нормально плавать? Слишком долго реально тут не открываются корабли, на которых плавать можно. Так, вот тут нам точно нужен коник. Сейчас. Так, 4. Давайте вот этого сделаем. Ну, чтобы он сюда поехал. Так, какие у нас тут чудеса есть? Нам 2050 надо. Храм Василия Блаженного. Просто вера. Может, хватит уже? Город не успевает вырасти, как он уходит население. Все население обратно уехало просто. Очень странная белка, честно. А сколько ты культуры за это платишь? Пару сотен, по-моему. Так, ради интереса, у кого сколько культуры вход? 23. 79. Было 60. У меня 300. Ну, судя по всему, Демоникса самая большая должна быть. Ну, у меня чуть больше 360. Потому что ты вон влияешь и на мои территории, и этого кельта ты вообще, по-моему, уже поглотил своей культурой. На мои тоже. Еле-еле держусь. Мне больше нравится в религии. Что там по религии? Да, ну. Интересно. Ну, в религии, кстати, я уже тоже все 5 догм принял. Ой, то есть 4. То есть я не знаю, как бы... Ну, я успел захожу принять, так как меня уже забрали. But your empire has been outdone, с религией пока тоже ничего не понятно вообще. То есть почему нельзя перейти, вот... Или как перейти, может быть, можно, но... Мы не в курсе.
Ну, я не знаю, вот так. Альмек, посмотри, ты можешь как-то другую религию принять? Нет? Ну, так я, получается, наверное, принял, что я религия, нет? Ну вот у тебя какая религия написана? Вот ты открываешь этот экранчик. А где пишешь шаманство? Ну вот, по идее, ты можешь, например, мою принять. По-моему, у тебя в большинстве нету ничего такого, что типа принять чужую религию. Нет. Может, она принята уже, просто показывает то, что я основал религию. Так, централизованная власть. Еще тут на деньги. Алибардисты у нас. Наука очередная. Да хватит уже. Так, расцвет веры. Фанатизм. Терпимость плюс 5 веры. Что у меня? А, дайте терпимость. Было. Получше, стало. Не, я сейчас не. Я на предыдущий ход нажму. Понимаешь, они же идут. Они сразу перемещаются. Пока не дойдут. Давайте лес реально повысаживаем. Просто интересно, что это будет. Предположим, так. Еще одну, что ли, святыню могу строить? Ну, давайте еще в Родашковичах, чтобы реально уже до максимума счастья. Not love or hate at first sight. Let's see how second sight goes. Why are you here? It was not love or hate at first sight. Let's see how. So tell me, how are you today? Блин, это что-то дорого. Не, это дорого, не хочу покупать. Так, ну сейчас я начну фактории бахать. То есть точно благовоние могу. Точно черное дерево могу. Точно соль могу. Точно самоцветы смогу. Блин. Мрамор. Не, мрамор, по-моему, у меня нету на территории. Тут главное, чтобы у меня на территории был. То есть черное дерево есть. Краски. Краски могу. О, плюс 40, блин. Короче, мне надо в первую очередь черное дерево. Краски. Фигачить. Соль можно тоже, да. Это будет мощно, кстати. Мажор. Ну, я пройдя всю игру в одиночке, у меня там было открыто что-то там в районе 15 или 20
Так, краски, кстати, могу вроде как про Дашковичах. Значит, краски сначала. Здесь давайте. Сразу строим. То есть... Плюс 40% городов, промышленности. Но мы не можем замириться. Так, тут благовоние и черное дерево, нет, да? Нет, у меня есть еще один город. А, есть. Здесь шелк. Так, черное да, дерево вот точно в Радошках, давайте. Там и живи. Я тебе все равно войду буду объявлять. Мне смысла нету сидеть, понимаешь? Мне просто тупо нету смысла сидеть. Подожди, у тебя город... Потому что как только у меня набирается один житель, ты его переманиваешь. Благовоние драгоценности. Мне смысла нету продолжать эту партию, потому что я из жопы не вылазю вообще. Это правда. У тебя город автоматически новый дается, когда ты предыдущий теряешь? Так это работает? Нет, как только у меня остается 0 городов, я могу основать город на территории, которая у меня имеется. А, понял. Ну, просто мануфактура может быть только одна, поэтому чем быстрее я забью все себе... Так, а шелк что дает? Плюс 30%. Блин, у меня, короче, сейчас просто я охренеть будет. Короче, все тут у меня будет охренеть. Так, в этом городе все мануфактуры закончились. Тут тоже. И, наверное, железо, кстати, обработаем, раз уж так. А, так, в Кобрине... тоже. И в Гудагае их и не было. Ну вот эта механика, конечно, тоже. Вот у меня получается, а если город сжигаешь, там вообще не остается земель. Надо просто аванпост заново ставить, да? Да. Это все весьма странно. То есть должен быть выбор, наверное, при захвате города, оставить его городом, либо сделать аванпостом вот так вот. А так получается, у меня сейчас 10 городов. И я их могу только сжечь, потому что поглощение стоит 2000 культур. Да, даже если там как бы вообще ничего нет, чисто ноль жителей и просто как, пустая постройка. Слушай, ну учитывая, что у тебя там, ну, вот как минимум города, которые ты у меня выбрал последние там, по фигне жителей, то мне кажется, имеет их смысл сжечь, а просто не просто поставить. Ну да. Есть такое подозрение. Ну, ладно, это тогда отложим. Так, здесь... С другой стороны, в принципе, если ты там ты в Средневековье, у тебя там есть модель колонии. Ну да, по идее... Хотя для Грейлов работает. Да, это только при основании как бы сработает. Прикольно, у меня в последнем городе нет обзора. Блин, господи, сколько тут производства. Да. Блин, высадиться не могу так. Могу зато апнуть. Леша, ты с нами? Да, да. Так, а почему не могу? Зеленый. Захвати остров под тобой, который снизу слева. Я с тобой поторгую.
Если хочешь торговать со мной, ты говори не зеленый, а Маури. Понимаешь? Я все-таки великая цивилизация. Так, еще у меня сейчас будет, конечно. Значит, какие я только мануфактуры не сделал. Благовоние. Мое. Черное дерево мое. Соль мое. Драгоценность, самоцветы мое. Мрамор не могу сделать просто. Шалфей не могу. То есть тут мрамор, шалфей остается. Амбра не могу. Обсидиан не могу, шафран не могу. Самое забавное, что вассалом я, например, тоже не могу сделать, потому что это аж 300 военки требует. Да-да-да. Ну и чудо набрать невозможно. Так, собор Василия Блаженного, Вера, топ-копы, 5% промыши. Давайте топ-копы забьем. А потому что идиотская механика войны. Она здесь реально идиотская. Блин, почему? Так, наверное, надо... You have something to say? Демоникс предложение. It is good to see a friendly face in this fickle world. Дед тоже. Shall we try forward? Это, видимо... Я реально не могу забирать больше одного города за войну. Как бы это... Это изврат какой-то. А, не доп... А, доплываю, фу ты. Чуть, блин. Так, алхимию открыли. Так, меценатство. Давайте трехмачтовый корабль для поселенца. Потом огнестрельное оружие, стали плавления, корабельная артиллерия. Да, блин, не проплывет два хода всего. Это мало. Так, давайте внимательно прочитаем. 100% производства любого совместного проекта и плюс 5 промышленности просто. Ну, давайте в столице, наверное. Нет, у меня 1600, 1700 и 1400 производства. По-моему, круто. Я не думаю, что тут вообще на стабильность как-то теперь я могу влиять. Если... Какие-то проблемы у меня могут быть со стабильностью. This is pleasing. I am content to join together on this. Так, нечего торговать. Надо проверять каждый ход, пока там не началось. Ход. Так, можно сразу план колонии ставить. Лимит городов увеличен, поселенцы. Topkapi has been built, rebuilt, and renamed any number of times. It is a testament to stamina and survivability. Так, Топкапы построено 3450, да. Так, теперь три хода на воде, но я не успею, да? Хотя... Можно пока плыть. Кто тут плавает? Лучники. Но они убьют. Это больновато будет. Давайте не будем лезть.
Ну. Подвис. Говорят, киль ты предателя. Вообще. Получается так. О, откуда это? Не, ну с предателями надо бороться. Фига себе понабегали. А за что? Так, согласен, да? Подстава. Мне кажется, бороться нужно с англичанином, но ладно. А что англичанин? Англичанин вообще какой там по счету? Второй. Вообще второй. Ну, второй же. Как бы, получается, у вас, кстати, лидер. Разница не сильно большая. Кстати, да. Я вообще подумаю нажать Escape и кнопочку сдаться. Нет, я думаю, давно мог бы так сделать, на самом деле. Я... Так, а чё я этого надо было лучников валить? Здесь я сюда просто, наверное, встану. Не, давайте лучника убьем. Да, ценой коня, но... Нет, тут вообще смысла продолжать что-то делать. Вот только... Да, сдаться есть вроде. Блин, вот это, конечно, откуда-то взялись вот эти все юниты, хрен знает. Как всегда. Один из ваших соперников завершил игру, нам сказали. Чё завершил? Города, кстати, сохранились? Завершил игру. Да. Да, какая-то куча лучников набежала и рыцарей просто завалило. Города сохранились или как там? Да. Да, города стоят. Только если сразу объявил войну этому Маурья. То есть это получается все-таки не пропадает этот самый. Не пропадает культура, а остается ИИ. Что-то как-то тупо. Не, ну это в 4x всегда так было, по-моему, никогда не было такого, что пропадало. Я наоборот, это было только если пропадало. Спасибо. Не, просто на месте там городов, допустим. Так, ну добью какого-нибудь одного лучника, наверное, и на этом все тут. Ну, может, что сделают когда-нибудь. Да. Не приоритет, тут половина работает ключевого функционала, блин. Зато звезду воинственности получил. AAA. Ладно, спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Опять проигрыш. Там у людей по 50 жителей в городах. Вы чем их кормите? У кого? Ну, у кого? У тебя, Димоникс, у кого? Такой, у кого? Удивляюсь, у кого-то такие жители там? Причем у франков как бы на еду нету вообще ничего. Это чисто вот. Это, я думаю, как с харапы у него началось, так он и... Не останавливается, да. Религия там... Блин, неудобно, что по значкам надо смотреть. Ну, у него только на еду за побережье, как раз вот это, по-моему, ему не особо много дает. Вообще, да, у него не так. Остальная вся... А, еще вон искоренение праздность. А, так это и есть на еду от озер. Да, все остальное наука и производство. Блин, прикол в том, что принимаешь последний, и непонятно, сколько у тебя последователей теперь. Сколько у тебя последователей? Димоникс пишет.
У меня написано, у меня 101 последователь в моей религии. А, вот, 161 последователь у меня. У тебя 161? Да. У меня 115. Нет, у тебя 191. Ты, извините, да, пиздишь. Я нет. Смотри, смотри, открывай религию. Открывай, вот открыл религию, да? Ну вот просто не догма, а религия. И вот видишь там, где распределение? Наводишь мышкой на... Вот там, где у тебя твоя религия. Там написано, что у тебя всего 191, из которых 36 у меня, 15 у Маури. У тебя 115 на твоей территории, 24 у кельты, 1 у аксумцев. У меня почему-то, кстати, лишаизм на англичан офигительно 40 же. Каким, вот каким образом туда добрался, не понимаю. Через караваны, что ли? У меня в столице меньше, ну то есть у меня не моя вера, в моей столице. Нет, просто эти безумные лишаисты нарушают законы этого мира и плывут. Не, но мы за демониксом, я думаю... Точно все священные места построили. У меня еще плюс несколько чудес, которые святыни. Там нормально так должно. Откуда у меня тут наука постоянно, каждый ход? Вот это мне было бы интересно узнать. Так, я могу обрабатывать селитру, которая, блин, на территории... А, вот есть селитра. Отлично. И все, да, пока? Так, слушайте, мне надо немножко юнитов все-таки как-то привлечь. Где мне тут лучше поставить? 3-10, 3-10, 3-8, 3-10. 3-4, вот тут, наверное, будем ставить. Так, надо вот там занять территории, надо уже какие-то вменяемые юниты построить. Аркебузиров 4 штуки. О, зашибись. Так, какие тут вообще юниты еще есть? Так, вот этих всех можно апать, ребят. Кайф. Англичане, становящиеся османами, это, конечно, и смех, и грех.
О, международная торговля. Только с союзниками. Разрешена торговля. Вау, у меня... Мне, короче, цивик открылся, еще ни разу до такого не доходил. Международная торговля называется. Прикол в том, что... Ну, тут есть изоляционизм и глобализм. Изоляционизм позволяет торговать только с союзниками, но зато сферы влияния других империй не проникают на с несоюзных территорий. А глобализм интереснее. Разрешена торговля даже в состоянии войны. То есть... То есть я так понимаю, что если мне кто-то объявляет, например, там, Демоникс объявляет войну, но у меня принят этот цивик, то я с ним все равно торгую. Так, у меня 16 тысяч, может, все-таки понакупать всякого. Это еще опыт дает. Сразу со вторым опытом. Так, я тут скоро в следующую эпоху, видимо, вывалюсь. А теперь в Англии началось массовое строительство мечетей. Историчненько. Хотя было бы прикольнее, если бы после немцев были османы. Как раз турки понаехали в Германию. Немцев, по-моему, нет в предыдущей эпохе. Блин, нереально больше нечего строить. Влияние, стабильность, пища. Ну да, не знаю, поселенцами я тоже не хочу. Ничего себе, оказывается, кельты у нас переманили население, а я-то и не знал. Конечно, на обратку работает. Когда-то. Не, ну это оскорбление великой нации.
Просто каменистое поле, но я лучше бы лесом засаживал. Не понял. Чё это? Это обидно было. Ладно, я-то зачем? Так а там автоматом, по-моему, там он не может выбирать. Нет? Да, там автоматом со всех соседних. Все равно ты следи за этим. Понижай как-то там свое влияние. Так, что открыли? Кабуксон плюс один к населению, да? Давайте акционерные товары. Где население пропадает? Остановитесь. Магистрали. Едет в лучшие края. Ручной набор, осадное орудие. Патриотов нет абсолютно. Надо терпеть это. Они не хотят. It is good to see a friendly face in this fickle world. If I cannot teach you wisdom, I will teach you regret. You have my ear for a time. So tell me, how are you today? Блин, нормально у Османа третий уровень значка вор. Что, проворвался уже? Я собираю значки, как бы, что вы не коллекционируете, что ли? Не, это дорого. Блин, смотрю на себя и такой. Всех там по значку у меня ничего нет. Сила 39. Кто я? Тварь дрожащая или все-таки право имеешь, да? Тут вопрос, да. Дерзает меня. Они просто только с ближайшей клетки могут атаковать, поэтому им сейчас придется ко мне подплывать. Османы, предложение. Предложение о союзе? Чего себе? Это кто тебе предлагает? Да? Люди? Кельт предлагал, но меня отвергли. Еще одна. Так, ну чё, куда ломанем? Чё персы? Персы производства. Изменяет стоимость промышленности, каравай, сарай, какой-то на деньги и промышленность. От количества торговых путей. Но меня могут напасть, я думаю, что это будет тяжеловато. Тут влияние, мне кажется, сейчас бессмысленно. Британцы тоже. Французы на науку. 10% науки, выставочный зал. Интересно. Слушайте, может тогда сиамцы еще интересно, мне кажется. Не, давайте французов в науку
ломанем дальше, потому что у меня производство, по-моему, офигительное просто сейчас. Просто офигительное. Так, пока, наверное, не могу, да, строить. У нас есть один ход. Ну, давайте за товарную биржу пока везде. Святилище пока не хочу. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!